Вот эта мепсовская комета 2.0.0 это одна из самых универсальных ультралайтовых вертушек. Посмотрим, как она работает. Скорость проводки надо подбирать такую, при которой лепесток вращается устойчиво и равномерно, без сбоев. При такой скорости проводки количество поклевок будет максимальным. Замечено, что на повышенных скоростях проводки количество поклевок на приманку гораздо меньше на вертушку. Поэтому надо всегда стремиться проводить вертушку с минимально возможной скоростью. Естественно, это касается большинства рыб, кроме разве что жереха.